Всем привет! Вы находитесь на канале Zeta Group Studio. Меня зовут Дмитрий. Я вот только что запустил Bridge Hut, да? Обзор на который я вот сделал в прошлом видео. Ну, как получилось, немножко затянуто. Так, зашел я в игру. Время 20:30. Тут, знаете, ничего такого особенного не будет в данном видео. Просто игра, текучка, рутина, да? Давно, кстати, не играл, блин. Месяца три уже не ходил. Фракталы. Вот. Что я хотел? Я хотел добавить сюда матриарха в event table. Вот здесь вот он, да, вкладочка. По-моему, матриарх он так и называется. Что-то опять не пишет. Не пишет. Ладно, так найдем. Шеттерет, бегемот, мега-дестройер. Нет. О, Dragon Bash, кстати, скоро стартует через недельку. Может, его сразу добавить? Не, пока не буду. Мешаться только будет. Verdant Bring. По-моему, это Night Boss, не? Не, это не Night Boss, это вот, наверное, вот это. Что пишет? О, групповой ивент. Убейте виверну матриарха. Не, вообще это Night Bosses, правильно. Правильно, сейчас. Сюда. Мне надо, чтобы он меня маякнул, что 21.10 я должен на матриарха зайти. Это значит, это вот Night Bosses. Я выбираю, это выключаю. Угу. Все. Может, еще пробежаться? Ну, надо кинуть заявку на... Так, надо убрать, блин, маркеры эти. Нафиг. Заявочку надо кинуть на Full Home Instance. Никто не ищет. Давайте создадим пати. LF Full Home Opener. И теперь поглядим, что тут есть. Лейлайн аномалию добавил. Все ивенты. Угу. Карка Квин есть. Нет, это не надо. Тиквата не. Лейл Джормак, Мега Дестройер. Маднир. Этот еще, знаете, Харати. Ну, я не помню, как он называется. Может, так и называется. Сэнд Шторм добавил. Чагерент есть. Кстати, ну время 8:30. Я тут, наверное, уберу Батл Джетси. Он, блин, долгий. И не факт, что там все получится. Канта. Пустынные всякие ивенты. Че я добавил? Все, пожалуй, пока так. Я, по-моему, больше никуда и не ходил. Так, ага. А вот эту штуку я выключу. Мне, в принципе, хватает таймера. Да, нет. Это как она называется? Вот это вот. Ивенты and metas сервера. Выключил. Нормально. Ну все, пока набираем пати, можно пойти покрафтить. Экт. Вот эти вот три штуки. Метрилы пока есть. Сразу их в ноль прокрафчу и докуплю. Раз и два. Тут зашел. О. Сразу опенер зашел, нифига себе. Хай. On my way, да? OMV. Вот так.
Ну, вы знаете, обычно опенеры ждут, чтобы хотя бы, ну, там, три человека набралось, чтобы ради меня одного заводить. Вряд ли. Не вижу его, а он стоит. Давайте посмотрим на боярина. Ну, я считаю, это боярин. Full home instance, который имеет. Да, заводит, смотрите. Круто, погнали. Так, 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 все, погнали. А он не будет собирать? Дан, мал, лос. Не знаю. Я переводчик не включил. Да я думаю, что мы... Ну, я обычно я в конце пишу спасибо. Да, я там, кстати, видео про голду, про заработок голды сказал, что там на Fast Farming Community, ну, на этом сайте, да, там Дэри чек-лист, и там, типа, надо вот эти вот Provision токены скупать. Инвентарь, валюта. Вот они. Provisional Tokens. Но с них профита это как такового нет по голде. У них их основной профит, что они используются для крафта легендарной брони, легендарных сигири в оружие, да, вставляются, и которые и легендарные руны вставляются в броню. Надо 50 штук вот этих токенов на крафт одной единицы. Я, кстати, смотрю, вот у вендоров, да, вот этих эти токены покупаются, ну, точнее, обмениваются. Раньше можно было обменивать на всякое оружие. Равное, по-моему. Я его сейчас скупал на аукционе и бегал, обменивал. Сейчас смотрю, что-то нифига, поубирали, что ли. Там можно теперь на обсидиан шард, на 5 глоб эктоплазмов, на этот плейт, реклеймит, что-то там, армор, по-моему, да? Еще какая-то штука. А вот интересно, если я сейчас маркеры включу, мне тут покажет фаст какой-нибудь? Не. Он только показывает висту. Давай выключи. Это надо быть уже, да, полным лентяем, чтобы даже это в Full Home Instance маркера использовать. Но все равно, чтобы быстрее получить, да, собирать. Сэндшторм начинается. У меня там ключей нет. Потом катка Квин будет через 20 минут, кстати. Можно в Гейт Холл сбегать, там собирать ресы. Потом, я думаю, наверное, все-таки надо катку Квин заварить. Дальше там Матриарх будет 21.10, блин. И потом Пинатов 21.20. Чай Герент 21.30. Надо, конечно, найти время, чтобы Дэйли Страйк миссию пройти. Поздновато я сел играть, конечно.
классный, как он называется, гриф, да? Вот, на сборе. В два раза быстрее собирает. Я вот хотел бы такой еще в топор вставить, чтобы вот сюда, чтобы он так же быстро рубил. Да, конечно, по профиту он ничего не дает, но по скорости, по удобству, самое то. Есть еще дрессерпа, да, с гриф. Вот там как-то за раз, это все лужайка, ну там поляна, да, и вы прям один раз копаете, а он сразу все кусты собирает. Не буду задерживать, он, блин, стоит там, ё-моё, тормоз собирает еле-еле. Обязательно конвертируем кварц-кристаллы. Которых у меня нету, блин. Лол. Ладно, свидания. Ну там есть удобный телепорт, где можно конвертировать, там недалеко эта штука. Надо докупить будет. Или с этого, с банка взять, отгрянуть. Все, немножечко еще осталось. Трюфели, лотус. Winter's Day. И вроде все. Бабла. Все, пишем. Many thanks and goodbye. Подождем, что он нам ответит, если ответит. Может, он за афикашил, ладно. Ага, все, что-то сказал. Пати, риф пати. До карки Квин можно пособирать эти твинами сундуки побегать. Хотя, еще 15 минут, я думаю, можно даже попробовать сайт миссию пройти. Смотря какая там. О-о-о, Whisper of Jormak. Не, это надолго. Это надо, чтобы фартануло с командой очень сильно. Ну давайте посмотрим, может там место. Так, миссии. Одного человека нужно. И вот Дерри, 2 хфб. Майтрин. Harvest Training, Code of Rainier, KV Alloc, Training. А что-то на Дерри никто не набирает. Да, тогда, не. Можно пойти вот сюда. О, у нас еще Гильдхолл переехал. Ничего себе. Я не в курсе был. Да, я помню, как после выхода дополнения так ни разу и не ходил. Ну да, мы переехали в Канту. Здорово, где тут ресурсы находятся. Сейчас я их отыщу. А я даже не знаю. Они, может, даже и не подсвечиваются. Сейчас поднимемся повыше. О, рыбалка есть. Нашел. А, ну по кустам было смотреть просто.
Все вроде бы. Можно еще в другую сходить, гильдию. Шторм Генезис, посмотрим. Да они не переехали. Но она менее прокачанная, тут, по-моему, ресурсы похуже дают. Тринадцать минут осталось до карки. Так, она у нас вот здесь. Где-то на тот обычно вроде тут собирается, да? Я помню, или вот здесь. Помню, здесь все-таки. Пока я тут оставлю, пойду на твинов. А, ну вот так, по-новому попробую. Сейчас тут сундучки пособираю. В принципе, тайминги нормальные, успеваем. Я думаю, я всех твинов успею оббежать за 12 минут. Там еще бывает орехалковая руда появляется. Нет! Зараза. Гад. Все. Так-так-так, вот сюда. Да, по сути, скипается меню выбора персонажей. Ага. Я когда гайд снимал, утащил его с сундуков своих. Где-то вот здесь. Я точно не помню, как-то так я бежал. Сундучело. 1000 кармы. Так, устанавливаем энергию, теперь выше. Угу, установились и теперь на самый верх. Так. И главное не умереть от джинов. Хотя
Хотя я на него шмотки надел более-менее. Хоть не ваншотает. Тогда же, блин, тут с одного выстрела падал. Ждал, пока кто-то еще зайдет, меня поднимет. Так, дальше вот сюда. Все, еще 13 осталось. Этого я так и не вернул наверх. А, то сейчас все внизу пособираю, а потом наверх подниму. Игрок в теме. Опай, немного. Когда шивы тут на вывод, блин, задом наперед. Наперед получилось сундуки собрать. Ну, пойдет. Инвентарь забился. Письмо какое-то. Ты с кем-то на связь там вышел. Все, не. Ридлок. А дальше. Вот это. Уже используем прототайп. Так. Назад. Там же сундук был. Забыл про него. Фиг с ним потом. Я не успеваю, да? Я не успеваю. Тут все. Сейчас откатится. Не забывать инвентарь чищать уже. А эти шарды накопились. 5 минут осталось, ну как раз сейчас последние. Салют какой-то там. Так, на дальнем респауне, нет? Точнее, вот это, наверное, дальний, да, можно называть. Берем. Возвращаемся. Теперь кто-то вот сюда надо лететь. Я уже забыл. Ну, вот сюда. Или вниз. Наверное, все-таки вниз. Забыл активировать, что ли?
Хотя у меня моргало таймер, не, я просто не успел. Ну вот он, кстати, да, да, внизу. В общем, направо, вниз и потом налево еще надо слетать. Деваться некуда, будем подниматься. Так, и теперь вот с этого вот, с этой скалы нажимаем, полетели. Чё-то я куда-то вообще не туда полетел, мне кажется. Не. Вон она, да, пещера? Блин, все позабыл. Ну точно вот это с этой скалы, точно. Так. Я не успел, но я тут его возьму и оставлю в бане. Надо попрактиковаться. Ну, я там просто ударился вот здесь. Хотел между колоннами пролететь. Не получилось. Чемпион Карка Хайп Дефендер. Все, одна минута осталась. На другом канале. Точно, они же еще это. Сейчас нужно быстрее, конечно, умереть. Все, народ подтягивается, вроде. Резнулась. Что он не кувыркает? Какая-то пассивная карка. Готово. Че, попробуем Daddy's Right миссию найти пати. Отсюда я выйду. Так, Strike миссия. Нифига.
Я буду надеяться, что подберется нормальный состав команды. Если что, можно взять хил Файрбранда. Если вообще кто-то подберется. Так, крафт я там поделал, да, по-моему? Весь не весь, я уже не помню. Надо вернуться. Только один предмет скрафтил, когда раз в сутки делается. Все на это. Тики покончались. Не хватает. Ну, конечно, купить их можно на одну медь дороже. Возьму фастом. Хотел попробовать одну штуку с этим, блин, шакалом. Как-то он там джамп делает такой скоростной. Ну все. Надо только найти место. И тут здесь. А тут молота нельзя использовать. Ну вот здесь. Так, там Ctrl-X, по-моему. Ага. В общем, надо телепортнуться и нажать этот Bond of Fate. А, да, работает. Что такое? Мне, кроме Rocket Jump, больше ничего на ум не приходит. Так, High Conti DPS. Conti DPS. Ну, вроде набирается команда. Через 15 минут лейлайн аномалия. А, еще, блин, это хрень. Матриарх. И набирается, уже 5 человек есть. 6 человек. Блин, мне кажется, здесь не очень-то таймер. Надо его куда-нибудь вниз опустить. Вместо чата, наверное. Сюда куда-нибудь. Ладно, пускай пока не набирается, а я пойду эту, блин, матриарха завалю. Ну,
Ждем-с. Ай, там уже фулка почти. Там уже фулка. Но они пока еще даже не зашли. Ладно, сейчас по бырику. Что вы, ребята, сегодня делали? Устали. Длинный рабочий день. Так, они зашли, ладно. Ну, ребят, надо туда, блин, топать. Обломс. До свидания, карка квин. Я пошел. А то меня кикнут нахрен оттуда. Ой, какая карка квин? Матриарх. Я уже заговариваюсь. Заходим. Let's do this. А что там? Kill Firebrand нужен, не нужен? Я думаю, лучше пускай будет. Будем убивать помедреннее, но сейвовее. Вообще не разбираюсь в этих новых иконках профессий. Это месмер. Инженер. Охренеть, все иконки новые, кроме вот одного Firebrand'а. Так, все набрал, погнали. Так, тут, блин, не самый легкий для меня лично босс, поэтому надо немножечко собраться. Подождите, а что-то у меня скиллы какие-то не те. Не, вроде те. Но это Конди. Это Dragon Hunter. Не, те вроде. Не-не-не, нормально. Просто, по-моему, здесь не Фил Майбрат должен быть. Это его берут, когда сложно удерживать, да, кому-то? Квикнес.
все, я думаю, так пойдет. Командор инженер, 30, почти 30 тысяч ачивпоинтов. Надо было сделать какой-нибудь тут забав. Поздно. Смотреть за CC баром, блин, не пропустить его. Тут нельзя использовать АОЕхи, потому что они дамажат своих же. Ты мог вон от топором упасть. Разбегаемся. Так, цепи. Цепями только вперед-назад ходим. Опять на мне цепи. Си-си. Нормально. Что-то я еще помню. Не знаю, может, второй тон, мне кажется, надо заюзать. Пойду похиляю. Пока все стабильно, главное сейчас в конце не вайпнуться от шариков. Цепи. А, начал вот эту свою хрень. Цепи на мне, блин. Что-то с цепями подбежал. Вроде нормально. Все, тут готов. Нормально. Поднимем. Ага, 21.16 время. Ну, я пока выйду. Точнее, не пока, я выхожу и иду на пенату. Попробую убить пенату, потом лейлайн аномалия. Успеть.
Меняем билд на Dragon Hunter. Смотрим, где тут еще и Пината. Ее в чат. Нет, здесь тоже неудобно. Тут тоже неудобно. Можно, кстати, ее поднять опять наверх и через Alt E прятать просто. Или как-нибудь даже вот так. Хотя тут, блин, этот пишет ХП босса. Что там, какой раунд идет? Третий. Все, сейчас уже должна появляться. Можно сразу взять waypoint на лейлайн. Так. Еще минуту ждать. Инвой Геральт пришел за конфетти инфьюзией. Как много сагирдийцев. В первый раз только вижу напинать. Играют активно. Вот так вот. Марио никого не видать. Резнулась. О, отлично. Надеемся и верим на пенату. Ой, на эту, на конфетти. Я сейчас опять какую-нибудь сладкую вату дадут или конфету. Как обычно. О, сладкую вату дали. Кстати, сейчас полной хренью занимаюсь. Мне надо лететь. А, уже кто-то ринканул. Где?
А точно здесь? Ну тут здесь. А вот там значок командора. Во. Точно. Хрен знает, успею, не успею. Надо, наверное, родер пересаживаться. Давай, 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 давай. А, не, он еще пока под иммункой. А, ну это нормально. Ёлки-моталки. Поднимаем павших, и он побежал. Побежал, побежал. Га, он прибежал. Вообще убил просто. Ну, я его там поддамажил, вообще, в принципе, должны награду дать. Текса 21.30. Понял. А, она в бою пропадает, этот таймер. Не так, ну да, таймер. Куча мала, хрен поймешь. Так. Один мистик коин. Что она конкретно пропала? А, ну сейчас из боя выйдет, да? И она появится. Я просто чуть не обращал внимания. Прятать при открытии карты, прятать при катсценах и прятать при битве. Нет, не надо прятать при битве. Чак Герент. Что-то, а, гизмы еще остались. Ну, давайте попробуем. Попробуем найти сквад в Чагерент. Точнее, свободное место на канале.
И потом попробую это, эти гизмы поюзаю в инвентаре. Heart of Thorns, Tangled Depths, Infusion Train, и места нету. Лиф. Да, надо минут за 10 приходить, иначе такая хрень будет. Шрек. Даже Шрек занят. Чагеринд, нет, он сюда может. Ну, частенько прямо на этом канале и организовываются, так, где народ стоит лишний. А пока нифига. Но здесь нет командиров. 2 минуты осталось. Какой-то грамотный, даже по группам раскидал. Сюда может. Все-таки получится пробиться. Вряд ли. Большие, ой, от френд. Большие сомнения, что получится. Ну, тогда ладно. Надо было желтый, наверное, брать. Наверное, надо было желтый брать. Это у меня research kit, а это salvage kit. Так, ну все. Ну не знаю, твинов я пособирал. Это все сделал. Чак и хрен с ним. Dead Branded Shattered еще целых 45 минут. Ну все. Остались эти спендинги. Потом агенты торговые, да? Этот у нас Drizzle Wood Coast. И можно топать во фракталы. Куда отходил? Хоть немножечко ключей могу купить. Я просто даже не помню, сколько у меня их там. 5 штучек. 5 штук возьму ключей и тики нужны. Это ё-моё. Есть где-нибудь банк? Нету. Сейчас слетаю, заберу. Не, надо все-таки стрим запускать. Потому что так на видео сидеть, это как-то, блин, совсем уныренько. Забираем и заодно пойду гляну, какие там Дерри фракталы сегодня у нас. Может, жопа? Сноублайнд нормально, Найтмэр нормально. Мне нравится. О, Соль Токиан. Офигеть.
Халява. Халява. Ну ладно. Честно говоря, что-то мне сегодня неохота уже идти. Я, наверное... Для начала хорош. Размялся. Завтра, может, побольше поиграю. Стрим запущу. Все-таки больше ничего интересного нет. Все лишнее сюда. Ладно, пока, хорош на этом. Вот так вот. Поиграл чуть-чуть. Буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.